Вот такой незатейливый завтрак у меня получается. Просто суббота утро как-то не очень хочется заморачиваться. Здесь у меня два кусочка домашнего хлеба с цельнозерновой мукой и разными семечками. Весит 58 грамм эти два кусочка вместе. Я их обжарила на сковороде, как вы видели, с двух сторон. И положила два кусочка сыра, который я вам тоже показала. И сделала чай с лимончиком. Добавила 7 грамм сахара. Мне будет очень вкусно. Я собираюсь печь пирог с капустой и шампиньонами. И такой рецепт у меня уже есть на канале. Я вам обязательно ссылочку оставлю. Здесь у меня уже потушилась капуста с грибочками и с луком. Тесто здесь тоже уже готово. Сейчас я его буду раскатывать и укладывать в противень. Вот так вот выглядит мой пирог. У меня остались остатки теста, и я сделала вот такое вот украшение в веточке. Сейчас отправлю в духовку на 200 градусов до готовности. Пришло время обеда, но обед у меня такой незатейливый. Пока я возилась с пирогом, я совсем забыла, что у меня ничего не приготовлено. Вот у меня осталось 100 грамм отварной гречки, и я приготовила салат. Его здесь 170 грамм. Здесь у меня помидорки, свежие брокколи, зелень и заправила маслом грецкого ореха. Кстати, свежий брокколи очень-очень вкусный. У меня даже дочь с удовольствием ест и довольно-таки в больших количествах. Ну а на десерт у меня будет чай и орешки. Здесь у меня 25 грамм орехов в кокосовом соке и 7 грамм кедрового орешка. Вот такой у меня обед. Только что достал из духовки пирог. Вот он приготовился. Красивый, румяный и очень-очень-очень вкусный. Рекомендую обязательно попробовать. На ужин у меня будет кусочек моего пирога с капустой и грибами. Здесь 154 грамма. Он, конечно, получается не низкокалорийным. Достаточно сытный, вкусный. И чай черный. Очень люблю этот пирог. У нас утро второго дня, но сегодня я проснулась и поняла, что заболела. У меня дико першит в горле, кашель, в общем. Сначала у меня сыночек заболел два дня назад, теперь я и дочка тоже присоединились. Поэтому на завтрак я ничего вообще есть не хочу, я выпью только чай с лимончиком. Ну и, честно говоря, сегодня я даже не знаю, что я буду есть, потому что у меня даже нет сил ничего приготовить. Так что сегодня мое питание будет такое шатко-валкое, и буду есть то, что есть в холодильнике, в общем. Поэтому, наверное, сегодня я вам ничего интересного не покажу. Прошу прощения, что так получилось, и в ближайшие дни, как только я немножечко окрепну, я вам обязательно продолжу снимать ролики. Вот. И если я сегодня вдруг что-то буду есть, кроме чая, я вам обязательно тоже сниму, постараюсь, по крайней мере, снять. Ну и, наверное, заранее с вами попрощаюсь, пока у меня еще более или менее есть голос, потому что у меня такая тенденция, что как я только начинаю заболевать, и это касается горла, то у меня очень быстро пропадает голос. Поэтому хочу с вами сейчас заранее попрощаться. Спасибо, что смотрите меня, мои дорогие подписчики, и я обязательно в скором времени к вам вернусь с дневником похудения. Похудение я не забрасываю. Еще раз приношу свои извинения, и до новых встреч. Пока-пока. Я вас всех люблю.